Привет всем, ребятки. Ну что, я сразу же спустился в канализацию, чтобы вы рассмотрели с этого момента. Будем сейчас искать, значит, пункт перехода. Ага, вот, нам походу сюда нужно идти. Угу. Будем сейчас искать, короче говоря, этих самых саламандр. Так, ну нам точно нужно выпить кошку. Точно нужно выпить ласточку. Так, точно нужно улучшить наш стальной меч, потому что мы будем там драться с людьми. Достать серебряный меч, потому что тут, как всегда, естественно, дофигища утопцев. Ну и топать. Так, отлично. Давай, 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 обыскивай. Так, значит, куда-то нам топать надо. Куда-то сюда, да? Опа. Отлично. Да, зря они тоже напрягают этот момент, то, что, блин, эти утопцы в этом... Да, в этой канализации буквально ресаются, да, там каждые 3 секунды, наверное, только перевалил их здесь всех, они опять появились. Это реально напряжный момент. Так, сколько у нас действует? Кошка 7 часов, ласточка всего лишь час. Ну, кошки нам точно хватит надолго, это 100%. О, зеленая плесень, отлично. Давай, братки. А давайте групповым стилем. Ну. Чё я туплю? Да и все. Так, нам кудой тудой? Нет, нам наоборот. Да ёлки, еще один придурок, а? Как же вы заколебали-то, а? Но это уже хоть последний был? Да, походу последний. Так, хорошо. Чувака мы уже этого обыскивали, получается. Так, ну хорошо, топаем, топаем. Ага, там даже какие-то братишки вон уже стоят, видите? Сердитые, судя по всему, братишки. Блин, можно еще куда-то и туда идти, зацените. А, или тут, наверное, заперто. Ну да, заперто. Надо поссать. Проваливаю. Так, давайте-ка сохранимся. Хорошо. Проваливай. Что находится за этой решеткой? Не твое дело, уматывай. Меня послал косарь. Он сказал, что здесь я смогу прикупить больше фиштеха. Косарь, значит, да? С каких это пор у него завелись друзья вроде тебя? Что-то с тобой не так. Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зериканский узел. Пароль. Ну, какой я? Фиг его, давайте пламя. Пламя. Для прикола. Ошибочка, парень. А я тебе сейчас покажу, как врать. Так, достаем меч. Да ё, ну что ты тормозишь? Ну, Гера, ну ты какой-то туговатый в этом плане. Вот, блин, взял, спустился. Я ему говорю, вали их, он взял, спустился, а. А, так еще его ловким стилем боя-то валют, блин. Я смотрю, что-то не то, я ж... Силовой-то должен был выставить. О, отлично. Одним громилой меньше. Забавно, какая-то стоит и смотрит, да? Как валят его братишку. Да ёлки, дохни ты уже, а? Какой-то здоровый кабан попался, вообще дохнуть не хочет, оценить. Отлично. Интересно, а какой в натуре был пароль, и можно было ли его вообще подобрать? Ключ разбойника. Ключ разбойника, ну пускай будут лишние ключи, что называется. Топаем, братишка. А убежище за саламандр. Что, ты сразу видел какой-то, нифига себе. Вот так так. Вы только посмотрите, кто к нам пришел.
Ведьмак Геральт собственной персоной. Да-да-да-да-да. Меня прислал косарь. Мне нужен товар. Хм. Косарь? А? Кого ты пытаешься надуть, ведьмак? Меня или себя? Запомни мои слова. Ты пришел в логово льва, волчонок. Бо, это какой-то ассасин, нифига себе. Сдохни, ублюдок! Но завалить его было довольно-таки просто. Так, а что у него за меч, мне даже интересно. Обычный стальной тенорский меч, так. Так, нет, значки Саламандра я собирать все-таки не буду, они место занимают, нафиг оно мне надо. Так, поживиться тут нечем, ну хорошо. Ох, у него молоток, интересно, видали? Круто. Отлично. Ну, я его обезоружил, так только надо силовой стиль боя. Угу. На этого братишку по-любому. Ну, конечно, можно было, видите, с этим вот, как его, блин, чуваком, который, с которого мы все и начали, я забыл, как его зовут. Блин, а, косарь, вот, да, если бы с косарем мы в прошлом выпуске поговорили нормально, да, я думаю, что можно было бы в этом случае и здесь пройти попроще, да. Но мы выбрали силовой путь, да и мне, честно говоря, как-то впаду тут с ними панькаться, все равно они в конце бы выкупили то, что мы их обманули, да, то, что мы, типа, нет какого ни косаря, поэтому, в принципе, смысл утянуть, да и плюс опыта нормально нарубить можно вон на этих братишках. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Блин, как он быстро машет мечом, вообще, блин, так эффектно, согласитесь, классно сделали. Вот реально чувствуется то, что это не человек, да, у него рефлексы вот такие вот просто кошачьи, как он быстро все это делает. Так, кудою нам идти? Да нет, братишка, территория. Так, ну вообще, походу, вот, да, туда логово Саламандр. Но я буду все, естественно, осматривать, потому что, может быть, мы тут что-нибудь найдем. Ого, у них тут, типа, они тут спали, братишки, представляете? Извините, что я вам сон нарушил, братки, я не хотел. Да, ой, таких тут дофигища, что-то я их валил, и никого, походу, не навалил, представляете? А, ну я чё, нормалёк. Вот это валилово, чуваки, вообще жуть, а вот за это, конечно, ведьмак. Ведьмака я люблю, даже первая часть, а уже сколько здесь тут именно интересного валилова. Прям толпами валим чуваков, вообще жуть такая. Знаете, сколько мы их навалили. Целую казарму, короче, перегасили, нормалёк. Не знаю, что плохо, что они все какие-то нищеброды, да. По 10 золотых это максимум, что с них можно найти. Это вообще 2 золотых, это реально печально. Так, вроде бы всех обыскали, так хорошо. О, тут получше. Тут деньжата какие-то есть. Так, так. Кремень. Ну, давайте возьмем, в принципе, кремень может пригодиться. Ух ты, солдатский самогон. Бухло. Ну и, по сути, все. Та булочка у нас, кстати говоря, есть. А что, у меня ласточка не действует, что ли? Чё, она же действует, чего у меня так хп долго пополняется-то? Так. Кинжал ассасина, кремень. Так, ну вроде бы все, да? Ну да. Так, там у нас тупик. Да, все, потопали. Погнали теперь в ту комнатушку. А, тут еще один братиш какой-то есть. Ну и зашибись. Иштех. Давайте возьмем хотя бы одну штучку, в принципе.
Может быть, где-то там пригодится, на крайняк продадим. Так, там мы были. А вы заколебали, чего мне себе мир показывать? Мне территория нужна, да. Так, тут мы не были, это скреп какой-то вообще. Так, блин, тут столько разных ходов, вообще капец. У меня скоро ласточка кончится, тут реально печально. Так, собачье сало. Конфета нам не надо. Реально скоро кончится ласточка, я живу, это реально печально, потому что... Без ласточки, конечно, нам будет туговато. Ну вот тут их еще толпень, как видим. А давайте с такой скрипбой выставим. Ну, давай. Ага. Ага, 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 ага. Ого, блин, меня рушанули, падла. Меня завалили, скоты, а? Блин, что творят, а? Вот этого я не ожидал. Представляете, чуваки, тут реально серьезные ребята собрались-то, а? Я реально не ожидал, что саламандры меня как-то завалить, но вот, пожалуйста. Эффект налицо. Ладно, попробуем еще раз. Так, давайте будем их как-то так помаленьку выманивать, а то мы тоже так больно по-борзому, да, сделали. Так, мы, по-моему, сначала пошли сюда, да, тут мы нашли собачье сало. Угу. Так, а потом мы пошли вот как-то сюда. Да, давайте их как-то помаленьку будем вытягивать. Ага. Может быть, чтобы не вся толпа сразу шла, а то... А, этого, кстати, тоже надо силовым валить, а не ловким, оказывается. А, нет, надо таки ловким. То он что-то сначала на силовой попался. Давайте, братки, где там еще? Ага. Вот это, походу, с молотком глушит, насколько я понял. О, отлично. Все, минус один. И этот уже без молотка, то есть, в принципе, нормалек. Отлично. Давайте обыскивать. О, тем более фиштеха можно сразу несколько набирать, вообще отлично. На крайняк он Юзу отдадим, да, он же просил. Да, все, ласточка, чуваки, уже не действует, представляете? Тут реально печально, ласточка уже, и меч уже как бы не прокачан. Ну давайте тогда меч прокачаем вот этим вот руной земли. А, его только на серебряный меч можно использовать. Капец, представляете, чуваки, я протупил. А, так у меня еще есть кримфельское масло. Кстати, что его не использует? Давайте. Отлично. А сколько кримфельское масло действует? А, где-то можно увидеть. 23 часа, то есть практически сутки, отлично. Да, блин, конечно, то, что ласточка перестала действовать, это реально печально. Плюс то, что новое ведь пить тоже как-то не сильно хочется, да, по той простой причине, что... Вали сразу второго, братан, давай. А, блин, не успел. По той простой причине, что... Вообще, закачаешься, как он их валит, ты просто капец. Блин, там еще двое братишек пришло. Дотекай быстрее, братан. Ага. Так. Так, так. Так, силовой стрельбой, ага. Потому что токсичность будет повышаться. Но, правда, у меня еще есть белый мед. В принципе, можно будет использовать там на крайняк. Ну, посмотрим, в общем говоря. Да, кстати, боль действует. Видите, его очень часто глушит болью. И это реально очень радует. Ну все, зашибись. Почти всех братишек перевалили. Кремень, блин, нищеброды, а. Ну вот, хоть 10 аренов каких-то. Так давайте покушаем чего-нибудь. Так, какая у нас тут есть жратва? У нас есть две булочки и две курицы. Ну, будем кушать, короче, булочки. Поначалу, ну а там уже... Ой, а там уже будем разбираться, так сказать.
братишка не глушится, представляете? Че, это и все что ли, да? Вроде больше братишек не видно. Хорошо. Так, с него тоже взять нечего, по сути. Да, жалко, что ласточка так недолго действует. Это реально печально. Вот кошка реально долго, да, вот она висит почти, блин, 7 часов, то есть это реально времени как-то хватает. Давайте еще одну булочку. А ласточка, конечно, совсем недолго. Ну да ладно. Так, продолжать путь нам вот туда, правильно? А вы запарили. Так, вот, да, территория. Блин, насколько мы тут саламандр навалили, вообще, согласитесь, да, уже человек, наверное, 30 или 40 уже завалили. Так, тут у нас заперто, есть еще вот куда-то сюда проходик. Ага, ну, блин, ну ладно, давайте тоже здесь будем валить. Отлично. Так. Так, ловкости боя. Ну да, это было довольно-таки просто. Так, где там наша курица? Еще братишка тут есть. Так, погодите, надо силовость боя. Блин, братишка не глушится, посмотрите, а. Какой сердитый братишка. Вот оружие мы у него выбить смогли, а вот оглушить почему-то не смогли. Ой, в этом походу мы тоже выбили оружие, отлично. Блин, да кстати реально, арт классная тема. Даже если они глушат и убивают оружие, они дерутся потом с кинжалами. А кинжалом, естественно, ты так не навалишь, как этим вот молоточком, да, которым они меня валили до этого. Отлично. Так, так этот не обыскивается, братишка, а этот обыскивается. У него 8 золотых. Давайте сожжем нашу последнюю куриную ножку. Наверное, теперь даже жратву уже с собой брать я не буду, потому что, как видим, она реально хп особо не пополняет. Ну или давайте возьмем тогда вот эти две штучки. Потом пополним, когда уже совсем худо будет. В принципе... Лучше, чем ничего, но в целом, да, в целом я так понял, что уже, короче, наверное, мы хавку особо собирать не будем, по той простой причине, что нет даже смысла. Точильный камень для стального меча, но мы уже не можем, походу, его апгрейдить, потому что у нас там масло намазано. Так, жратва еще живет. О, сыр, кстати говоря, давайте возьмем. А, нет свободного места. Ну, сейчас пропадет у нас эта фигня, восстановление здоровья, да. Давай, спадай, елки-палки. Ну еп! Блин, так долго, 2 минуты здесь для салона, наконец-то. Так, хорошо, теперь давайте скушаем арбузик. И возьмем сыра. Так, ну просто я так понял, что... А, нет, мы не выйдем туда. Ага. Ну я хочу просто сначала, знаете куда? Хочу сначала вот там вот исследовать. А, мы туда так и не сбегали, потому что это явно какая-то левая, да, тема. Там мы никак не приблизимся к цели, но... Я хочу здесь полностью все зачистить, без того, что, может быть, там будут какие-то интересные вещички. Так. Территория. А, не, наоборот, это мы как раз-таки пошли куда надо, представляете, чуваки. А я думал наоборот, то, что это типа какая-то левая тема. Тогда, значит, нам надо наоборот ту фигню зачистить, а потом уже идти сюда. Ну, давайте уже второго тогда завалим, раз уж мы здесь... Хорошо. И штеха возьмем. Так, погнали теперь туда. Блин, походу я думаю, что мы уже 5000 золотых скоро насобираем. Особенно найти бы нам этого ублюдка Калькштейна, который нам должен 1000 золотых, где-то пропал. И реально уже у нас будет 5 тонн. Мы сможем наконец-то купить кожаную курточку получше, чем та, что у нас сейчас. Так, вот тут еще какой-то есть. Блин, сколько тут разных коридорчиков. Че, никого тут нету? Нет, тут никого нету.
Но тут есть чем поживиться. Да, давайте кстати покушаем. Сухофрукты. И вот тут есть, кстати говоря, бутербродик какой-нибудь. Так. Ого! Стальной темерский меч. Темерский. Я хотя, в принципе, по сути, тут брать-то и нечего было. Так. Оружие, которое полная параж, которое там и денег по сути не стоит. Ну и деньжат тут особо тоже по сути не было. 6 золотых это, конечно, не деньги. Так. Так, ну что, погнали, можем еще куда-то сюда идти. О, там есть братишки, кстати говоря. Так, это мы выйдем все туда же, правильно? Ну да, да. Ну давайте еще вот эту фигню зачистим сейчас. Кстати, они там, походу, выгоняют этот самый фиштех, видите, то есть очень четко ты можешь своими глазами увидеть, как они типа его там готовят, прям. А, так они, кстати, не дерутся, видите, типа просто химики. Да, я знаю, знаю, что мы отстаем от графика. Их даже трогать нельзя, видите. Яйца чешутся. О, тут всякая химия есть, из них. Полынная водка, блин, а, надо взять сейчас собачье сало, опять-таки. О, я, кстати, могу пройти квест в Изимский собаколов, представляете? Магичку сдать сало, не убивая собак. Я уже насобирал и так 6 смазок, отлично. Да, вот 5-я эссенция, белый уксус, нифига себе тут всякой фигни. Так, что бы нам выкинуть? Давайте тогда сожжем что-нибудь еще. У нас там есть вот бутербродик. Ага. И возьмем водку, хорошо. Да, радует то, что мы сможем еще один квест пройти, тем более я же не убивая собак, потому что я же в этом реально так сделали, то что собаку убивать, ну, жалко, то есть вот на полном серьезе. Она так съеживается, аж прям сердце кровью обливается. Да, Саламандр здесь, конечно, было прям какая-то маленькая армия, да, если в общей сложности здесь, наверное, было человек 60 или, ну, хотя бы 50 так точно, да. Прикиньте, мы вот так вот за раз полсотни Саламандр навалили. Вообще жесть такая. Выпуск Махач у нас получился. Ну и в принципе клёво, чё. Драки это всегда весело. Так, вот еще какой-то ублюдок тут есть. Так, он не гушится, к сожалению. Ну ничего. Мы ему поможем и оглушиться, да? Ты смеешь бросать вызов Саламандру? Да, вот это мы валим, вообще капец. Да и кринфельское масло реально радует, оно действительно очень часто накладывает эффект боли на цели, и это круто. Так, давайте сожрем сырка. Сейчас он меч только спрячет. А, заодно и место освободим. Так, хорошо. Угу. Типа надо этот сундук обыскать, да? Понятно. Ну хорошо, я сначала тут все смотрю сейчас, братишка. Блин, а кто тут такой, это тут... Сам, наверное, Назар Явет, что ли, здесь спал? Такая кровать крутая, вообще закачаешься. Так, тут живиться нечем. Ну, по сути, тут больше нечего и смотреть, кроме как вот это вот местечко, которое нам показало еще камерой. Угу. Ну да, кроме этого сундука тут ничего и нету. Хорошо, давайте осматривать сундук. Ключ. Пускай будет. Так. Золотишко, сахарная куколка. Нафиг она нам нужна? И вот... Письмо от Готрика Бленхейма. Нужно поговорить с Сьюзом. Давайте прочтем это письмо, ребятки. А, наш лагерь на болотах работает недостаточно эффективно. Травы поступают медленно, а производство фиштеха получается простой. Это следует исправить как можно скорее, нагнать больше людей на работу. Что же до остального, троеточие. Так, то есть тут у нас есть только еще сахарная куколка. Ну или давайте возьмем даже... В принципе, место пока что у нас есть в инвентаре, поэтому почему бы и нет. Я давайте сразу даже и сожрем. Чтобы у нас полное хп было. А, ну все, все. Выходит, мы полностью зачистили эту фигню. Да, все очищено. Ну все, тогда погнали к выходу. В принципе, не сказать, что это было там как-то очень сложно зачистить это логово. Может быть и не сильно легко, но и ничего такого сверхсложного. Конечно, порадовал тот бой, когда их целая толпа выбежала, да, и я их валил групповым стилем боя. Очень было эффектно, красиво, четко. Аж самому понравилось. Так что у нас с деньгами? 4209. Ну, блин, маловато. Я же, мне нужен реально срочно этот конченый Калькштейн. А я, к сожалению, не могу понять, где его искать. Потому что вроде бы как приходил к нему домой, а там нифига нету.
Все, забавно, городской стражник бежит, да? Прям как в прям, а, ну да, вон они уже стоят, да, это прям как в кино, вот это, знаете, ты когда все уже зачистил, когда уже все сделал, то приходит там полиция, вертолеты прилетают, ну реально как в голливудских боевиках. Так, ну здесь юза, естественно, не будет, так что погнали. Такие дела. О, это походу юз, да? Угу. Так, 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 хорошо сработано, ведьмак. Пара человек погибли, но на этом мы закроем глаза. Пара человек? Самозащита. Ты отлично справился. Общество только лучше будет без этих тварей. Но вернемся к делу. Где прячется тот, кто делает фиштех? Я нашел письмо от Готрика. Это его рук дело. Прекрасно. Мои мальчики вычистят там все, а я займусь уликами и наркотиками. Разумеется, во благо общества. А ты разберись с Готриком. С нетерпением жду известий о твоих новых достижениях. Какой отличный план. Может, мне пойти и убить всех и каждого, кто занимался фисштехом? А может, мне стоит сообщить Винсенту о том, что ты прихватил товар? Ты чего, ведьмак? Ты получил все, что хотел. Только поэтому мы с тобой все еще разговариваем. Больше не давай мне приказов, ясно? Как день? Но нам все равно придется разбираться с Готриком. Да, Юзек, фисштех тебе мозги попортил. Этим я займусь. Приготовься, Геральт. Обо мне не беспокойся, со мной мои эликсиры. Так, квест пройден. Письмо Готрика наверняка сможет мне помочь. Служба, не дружба. Так, ну вроде бы все, все квесты у нас обновились. Так, вот тут где-то костер, кстати, должен быть. А, или зачем нам костер? Ну, что-то я туплю, мы ж уровень-то не поднимали. Так, а куда нам топать? Ага, вот выход в храмовый район. Точка перезарядки. А, это, наверное, типа еще одна точка этих самых придурков, да? Так, где там серебряный меч? Саламандр. Блин, опять эти утопсы реснулись, наверное, ну, заколебали. Я жалю, хоть прикол конченый. Зачем было это делать? Каждый раз, как идешь через болото или через, блин, канализацию, тебе нужно перебить толпу этих утопцев. Это реально напрягает со временем. Слушайте, может быть, давайте просмотрим еще тут? А, да хотя как туда попасть, непонятно. Ну, разве что где-то через туда. Давай, вали их, браток. Тем более опыта за них вообще понты. По-моему, плюс один опыта мне дается, да? Да, плюс один опыта, представляете, когда ты уже такой крутой, тебе даже за утопсов. А, по сути-то опыта и не дается. Мне даже смысла их по большей степени валить нету. Где-то мой групповой стиль. Все, всех навалили. Так, вот вроде бы как нам нужно куда-то вот туда, потом направо, и мы тогда выйдем к еще одной точке, насколько я понял, этих саламандр. Вот даже не знаю, стоит ли нам туда идти, по правде говоря. Типа туда, да? А не, нифига, это надо нам сюда и... А, так а тут решетка, наверное, закрыта. Так, ну ладно, пока что не можем юзать. Так, ну чё, все они сдохли? Вроде бы как, да? А, не, открыто. А, ответвление канализации. Ну да, вот еще братишки. Блин, я не знаю даже, что делать. А, так вот это Готрик Бланхейм, блин. Ой, плохо дело, я что-то не готов походу со звездами, как видите, да?
Ну да, у меня, блин, нету зелий. Ой-о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 й
А ладно, давай тогда групповой стиль, во всяком случае. Перепрыгивай, братан, перепрыгивай. О, молодца, умница, умница. Данько, ты что ты делаешь, блин? Ну, братишка, ты тупой какой-то, а? Так, одного мы завалили. Так. Блин, а чуваки, может быть, мы сейчас еще справимся, представляете? Готрика мы ушанули. Бегай. Так. Ага. Да, плохо дело у меня с ХП, конечно, блин, а. О, отлично. Готрику хана. Нужно обыскать тело разбойника. А я, блин, вообще пошел сюда. Я думал, что тут, короче, такое будет. Типа тоже какая-то ихняя точка. И мы просто для прикола можем ее как бы зачистить. Тут оказывается. Нифига себе. Мне чуть было задницу здесь не надрали. Так, вот этот Готрик. О, кстати, ря, запрещенный меч. Нифига себе, какой он офигенный. 20 повреждений, кровотечение, критическая боль и точный удар 30%. Так, 20 золотых. Так, вот тут королевский пропуск. И ключ к шифру Саламандр. Деревянный щит, покрытый странными символами. Служит для расшифровки документов. Надо рассказать Юзу, что я убил Готрика. Понятно. Так, жертвы у нас ведь нету, правильно? Ну да. Да, справились мы и без зелий, хотя, честно говоря, я так даже побаивался, что нам наваляют. Чувак не обыскивается, есть костер. А что за решетки, мне даже интересно. Выход в храмовый... А, нет, тут ничего не написано. Значит, я так подозреваю, что... А решетка просто банально будет заперта, да? Ну да, заперта, естественно. Понятно. Ну ладно, здесь, в принципе, делать больше нечего. Единственное, что, может быть, можно было бы поспать до утра где-то здесь. В принципе, да? Да, сдать квест той тетке, что мы помогли ее бабульке. Ну ладно, в принципе, мы это сможем сделать на туре и там. Давайте валить с этой конченной уже канализации. Нам походку отсюда. Да, уж боевой у нас получился выпуск, согласитесь. Наваляли всем и вся зеленая плесень. Так, кстати, вот у этого чувака должно быть письмо, в котором мы узнаем об этом лагере культистов львиноголового паука. Я ж ту серию просто записать не смог, помните? А, так мы правильно идем, кстати, нафиг нам эти утопцы. Хай там все бегают. Да, главное, чтобы больше утопцев не появлялись, мне уже закумарили. Дайте мне спокойно, блин, да елки-палки, дайте мне спокойно выйти, а. Задрали уже, честно говоря. Елки, там еще и гуль, ну ладно, тогда давайте серебряный меч. Да, это капец, а. Угу. Да. Групповой стиль. Так, ну это уже точно все. Ну, хуля, в принципе, можно даже обыскать, потому что мы там аж 12 флаконов с его кровью потратили, помните?
Блин, так это львиноголовый паук. Нам, блин, да мы не туда еще и пошли. Нам вот выход в правый квартал. Мы не туда еще и пошли, представляете? Страшные вещи. Я уже заколебался бегать по этой канализации, а? Честное слово. Так, вот храмовый квартал. Или подождите, а Юз, он должен быть где-то где? В храмовом квартале? И он должен быть еще где-то здесь, в этой конченной канализации? Не совсем понятно. Ну ладно, я так понимаю, что все-таки он будет где-то там у себя в тюрьме. В темнице. Фу. Да уж, нелегко нам пришлось. Кстати, а по времени уже 7 утра, кстати говоря, поэтому, в принципе, можно чё? Можно чё-чё-чё. Так. Блин. А где, кстати говоря, это нам в лечебницу Либеды надо пойти, чтобы знать тот квест тётки-то или как? Что мы помогли её бабульке. Мне вот даже интересно, судя по всему, где-то сюда нам нужно идти. Ну, тетки здесь нету. Так, ладно, давайте тогда так пробьем, где этот квест у нас. А, ведьмачьи секреты. А, вот обеспокоенная, да, вот. Не-не-не, обеспокоенная, да-да-да, показывает на карте. Ага, это мне надо зайти в лечебницу, понятно, значит она там сейчас где-то находится. Ну, давайте зайдем, заодно, может быть, шани перетрем. А, если она, конечно, там будет, потому что она, по-моему, всегда приходит уже где-то в 9 утра или даже позже. Кстати, надо будет вообще ее как-то навестить. Так, медсестра, медсестра. Медсестра, медсестра. Ладно, ну зашибись. И где эта беспокойная медсестра, я что-то не понял. Или подходите, или мне не надо никуда входить. Походу не надо было мне, чуваки, никуда входить. Я так понял, что она где-то на территории этого, этой лечебницы. Ой. Вот ненавижу такие моменты, да, вот когда вот надо это искать, кому сдать, она где-то она находится, не пойми где. Баба в каком-то нормальном определенном месте. О, кстати, Шани. О, она нас подлечила, зацени, нифига себе. Еще и Никиса подлечила, кстати говоря. Все в порядке, Гер? Пока. Угу. Ну и где она, эта ваша медсестра? Блин, ну жесть, а. Походу придется мне, наверное, подождать какое-то время, пока она не появится в каком-то нормальном месте, где я ее смогу найти, да? И тогда уже, короче, сдать ей квест, потому что... Вот раз еще сюда куда-то вправо сейчас сбегать можно попытаться, не знаю. Но опять-таки ее и здесь нет. Вообще непонятно, где она может быть. Блин, фиг поймешь, а. Может реально пойти и сейчас поспать до рассвета, как думаете, чуваки? Наверное, не до рассвета, там может быть до полудня, чтобы она появилась где-то в нормальном месте. Потому что я вроде бы как хожу, там где они и говорят, да, и никого не вижу. Или вот это вот имеется в виду, вот, дверь в лечебницу. А, вроде бы как да. Не, ну мы же были в лечебнице, правильно? Ну, и мы тут никого не нашли, никакой беспокойной медсестры. Ребятки. Медсестра, медсестра, больной мужчина. Блин, походу придется мне, чуваки, поставить на паузу, пока я найду эту медсестру. Непонятно вообще, короче. Так, а вот Альт. Алтарь Мелители, медсестра. Выход. Больной мужчина. Ну, тут нету никакой страдающей медсестры, или как она там должна быть. Короче говоря, меня киданули.
Ну, чуваки, я наверное, сейчас, короче, сбегаю туда в таверну под кулатым мишкой, посплю там до утра, потом наведаемся к Юзу, а потом наведаемся сюда. Давайте я пока на паузу поставлю. Так, ну вот, мы поспали 2 часа. Предлагаю, короче, продать этот меч. 70 оринов он стоит. Так, итого у нас уже, кстати говоря, 4 с фигом тысячи золотых. Хорошо. Потом тогда бежать в тюрьму, где она там находится. Да, где-то там, да, в пустынном центре, да, городская темница. И заодно в натуре сейчас зайдем туда к этой конченной медсестре. Может быть, она уже появится. Не знаю, кстати, золото, на золото ни про что поговорить нельзя. Мне вот даже интересно. Говори. Пока. Нифига нового у него нету. Так, тут медсестры этой нету. Ой, кстати, а еще ж надо сало сдать собаковому. Чуваки. Так, ну по времени уже 10:30, то есть она по-любому должна быть на работе, то есть она по-любому должна быть на посту. А, я уверен, давайте-ка сохранимся, то есть там при любых раскладах, даже если она, допустим, там немножко опаздывает, все-таки 10:30, ну по-любому она должна быть в лечебнице. Так что давайте ищем эту конченую медсестру. Так, Шани, медсестра. Угу. Я сейчас офигею, если я ее опять не найду, а судя по всему, она все к тому и идет. Мои легкие. Это какое-то проклятие. О. Реально, это жесть, чуваки, ее опять тут нету. Мои легкие. Это совсем нет сил. Тут только обычные медсестры и все. Шани поговорить не прошу, да? Да. Пока. Ты выздоровеешь. Обещаю. Жесть, чуваки, короче. Только обычные медсестры и все. Ну ладно, фиг с ним, короче, тогда, блин, не знаю. Пройдем тогда квест, я не знаю, как, может быть, где-нибудь ее встретим или чего. Я не знаю, что делать просто. Написано, что она должна быть здесь. В доме ее вроде бы в натуре нету, то есть поэтому я не врубаюсь, где мне ее искать. Так, ладно, хорошо, тогда погнали на туре в темницу, и да, еще на туре к собаковому надо бы этому сбегать, вернее, не собаковому, а этому, ну ладно. Ты странный. Придется нам побегать сейчас тут немножко. Так, темница у нас где-то здесь, да, сбегать сюда, потом сбегать к этому могильщику, дать ему собачье сало, и потом, может быть, на обратке еще раз зайдем, может быть, она уже появится, не знаю. Надежда на что называется есть. Так, вот темницу. Так, Юз тут на месте, хорошо. По какому объявлению? Объявлению? Пока нет. Ага, ему надо какая-то слизь. Хорошо. Я убил наркобарона. Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу. Лучше ты отлично справился. Я счастлив. Счастлив. Теперь бери свои деньги и исчезни. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я не понял. Если будешь и дальше торговать фисштехом, я сделаю так, чтобы ты исчез и чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Пока, Юз. И помни, что я тебе сказал. Так, получили 200 аренов. Где искать другой след? Нужно теперь думать, короче говоря. Хорошо. Кстати, а где искать другой след, я даже и не подозреваю пока что, во всяком случае. Ну да ладно. Так, с ним, значит, перетерли. Так, куда нам дальше? Да, давайте тогда сейчас на туре в лечебницу. Еще раз осмотрим, может быть, она там появится. Если нет, то пойдем туда. Отдадим собачье сало и, наверное... А, давайте еще, кстати, кольцо это продадим. У нас там кольцо есть дорогое. А, вот лоточнику можно впарить.
Так, вот так вот, да, кольцо. За 100 аренов. Отлично. Да, кстати, отличное кольцо, 100 аренов. Нифига, сколько у нас рождений? 4715. Блин, чуваки, представляете, не хватает совсем чуть-чуть. Куда катится? А, сраных 300 аренов не хватает, чтобы нам уже можно было прикупить. А, прикупить эти самые доспехи. Так. Чмириться. Так, тут ее опять-таки нету. Ну блин, это жесть какая-то. Я сейчас офигею, если я опять сейчас зайду в эту конченую лечебницу уже в который раз, да? И ее здесь опять не будет. Вот непонятно, блин, ты сделал квест, почему ты не можешь его сдать, да? Как-то более-менее просто. Почему что так сделали, как-то геморройно, да? Непонятно, где вообще искать эту медсестру. На карте показывает, что она должна быть где-то здесь, но при этом я вот хожу, ее здесь вообще нифига нету. Только обычные медсестры и все. Слушайте, может быть она типа теперь как обычная медсестра пишется, как думаете? Может быть дело в этом? Может быть теперь типа она уже не... Чума ужасна. Я молюсь Мелитее каждый день, чтобы она даровала мне... Как говорит моя знакомая медичка. Открой рот с красным, скажи, желтое с желтым, белое с белым. Нет, короче, нифига. Ну ладно. Ладно, главное, что мы дело сделали, мы ей помогли правильно этой бабульке. Как бог даст. Найдем мы эту медсестру, сдадим квест, не найдем, значит так и будет. Ничего уже не поделаешь. Для меня непонятно, где искать. Так, значит, фиг с ней. Да, погнали теперь сдавать этому братишке квест, могильщику. Хороший эльф. Мертвый эльф. Ой, как по мне, так все не люди одинаковые. Сдадим туда этот квест и, короче, все на сегодня. А в следующей серии будем искать какие-то новые следы саламандр или что, я даже не знаю. Или ехать на болото нам нужно будет. Надо, наверное, мне перечитать дневник, посмотреть квесты. Чтобы, собственно, выкупить. Ох, смотри, Зигфрид, давно мы с ним не говорили. Вечный огонь. Ведьма. Здравствуй, Зигфрид. Мы одержали чудесную победу. Разгромили белок на болотах. Ах, какая была битва! Поздравляю. Благодарю. Я тут обучаю новобранцев. Что скажешь? С тренажерами они справляются неплохо. Да, я знаю, до совершенства им еще далеко, но к тому моменту, как я с ними закончу, они будут непобедимыми. Что ты здесь делаешь? У меня есть странное предчувствие по поводу настоящей причины введения военного положения в купеческом квартале. Я хочу подготовить свой отряд к возможному бою. Но раз уж ты здесь, возможно, ты сможешь мне помочь. В чем? У меня сейчас нет на это времени, но ходят слухи, что на городском кладбище пропадают люди. Возможно, стоит узнать, что там происходит. Насколько я понимаю, мне полагается за это какая-то плата. Да, конечно, не считая благодарности ордена. Хорошо, я постараюсь выяснить, в чем дело. Благодарю. Я буду за тебя молиться. Зигфрид, тебе что-нибудь известно о городском кладбище? Только то, что люди боятся туда заходить. Говорят, там бродят гули. Мы не можем позволить закрыть кладбище. До встречи. Понятно, вот мы взяли еще один квест. Кстати, я, по-моему, это и будет тот квест, когда мы встретим эльфов на кладбище. Кстати, вот может быть в следующем выпуске, тогда мы первым делом пойдем именно на кладбище. Поставим там сенсор и разберемся, куда пропадают люди. Ну, там уже посмотрим. Не исключено, что будем мы заниматься чем-нибудь другим. Yep. Да? У меня тут 6 кувшинов собачьего сала. Все больше и больше этих шавок. Я салом дерево натираю для гробов. Вот твои деньги. Прощай. Отлично. 100 аренов еще и получили. Кстати говоря, подняли уровень, прикиньте, чуваки, забавно на этом квесте. Так что вообще все здорово. Место в инвентаре освободили. Вот такие вот дела. Ну ладно, чуваки, на этом натуре, наверное, все. Буду сейчас думать, вернее, не сейчас, а вообще буду думать, чем нам заняться уже в следующем выпуске. Пока что мы на этом завершаем. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, ребята. Пока.